Канцлер ФРГ Ангела Меркель разгромила лидера социал-демократов Мартина Шульца в первом и единственном раунде предвыборных дебатов. Таковы данные соцопросов, проведенные сразу после трансляции. Прения должны были помочь Шульцу сократить отставание, но не получилось никаких сенсаций в высказываниях кандидатов. Не было, зато зрителям запомнились мнения обоих кандидатов по поводу Анкары. И Меркель, и Шульц заявили, что Турции нет места в Европейском Союзе. Напомню, выборы в Бундестаг пройдут 24 сентября.